традиционно в программе Club Zone у нас гость. И сегодня это организатор фестиваля I Love Kyiv Павел Сирк. Привет! Привет! Расскажи, пожалуйста, какие есть секреты у этого фестиваля? Ну, собственно, никаких секретов нет. Это просто любовь к своему городу, музыке и танцам. Это здорово! Какой лайнап выбран в этом году и почему он выбран именно таким? Ну, лайнап у нас следующий. Это Маркус Шульц, суперзвезда. Это финский дуэт Super 8 and Up и британец Олар Стоун. Ну, каждый раз это вопрос творческий, но в этом году мы увидели его именно так. Именно так? То есть кто-то из вас проснулся и подумал: «Ах, я так люблю Маркуса Шульца, пусть он сегодня играет на нашем фестивале». Или все-таки это какое-то собрание, на котором вы долго обсуждали, решали, кто подходит вам по райдеру, кто подходит вам по цене, день свободный или занятый артиста. Как это все решается? Ну, бывает любой из вариантов, которые вы упомянули, но ну, в этот раз это все-таки была работа, да, потому что дата непростая, это День Валентина, во всем мире он празднуется, соответственно, все артисты на расхват, поэтому пришлось побороться. Вот, но... И вы выиграли этот счастливый билет. Не мы выиграли, а люди выиграли, которые придут и увидят. Замечательно. Послушайте. Я думаю, что в ближайшее время это состоится. Бренд фестиваля I Love Kyiv был создан 6 лет назад. Как, по вашему мнению, изменилась за это время танцевальная культура и что вообще произошло интересного? Ну, главное изменение, как по мне, это то, что она стала более популярной, более массовой. Да? То есть сейчас танцевальные треки — это уже там не редкость и не там что-то там на любителя, да? То есть это в каждой рекламе, в любом чарте, да, везде есть, ну, в конце концов, и радио, да, самые рейтинговые — это танцевальные. Какой вы считаете вот сейчас прямо самый модный стиль музыки, самое модное направление? Лично ваше мнение. Ну, к сожалению, Украина чуть в этом плане отстает, но, в принципе, в мире, да, самое модное сейчас — это электрохаус и прогрессив хаус. То есть ваша любимая музыка – это электрохаус и прогрессив хаус? Нет, не моя любимая. Я спрашиваю исключительно об интересах, Павел, ваших именно. Вот, но, допустим, дипхаус тоже растет, и он мне нравится, да, поэтому… Отлично. Замечательный ответ. Ну что ж, дорогие друзья, я еще раз напомню, что у нас в гостях был Павел Серп, организатор фестиваля I Love Kyiv.